Обжатие интернет-кабеля, витая пара, восьмижильный. С самого начала начну. Обжимка простая, которая продается на просторах интернета. Нож, коннекторы цветные есть такие, колпачки есть такие, есть вот такого образца колпачки. Есть коннекторы проходные. По проходным сделаю видео. Кстати, есть видео уже, кому интересно, по обжатию. И что на столе еще? Тестер. Нож хороший в этой обжимке, поэтому сразу подрезаем кабель, как нам нужно. Здесь он, в общем-то, уже подрезанный и зачищенный, снята изоляция. Сделаю все сначала, как бы ровно отрезаем, оставляем край, отмеряем небольшое расстояние для снятия изоляции, удаляем шнурок, чтобы не мешал. Жилки распускаем, выкладываем жилы в определенном порядке. Они идут разноцветные, поэтому бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый и бело-коричневый, коричневый. Это обычная схема обжатия. Выкладываем, выравниваем в этом порядке, чтобы не перепутать. Проверяем, контролируем правильность укладки по цветам и делаем подрезку. Под углом правильным отрезаем, чтобы все были жилы одинаковой длины примерно. Выбираем коннектор и запускаем это все в коннектор. Защелка внизу, придерживаем, смотрим, чтобы все опять же зашло по направляющим, по цветам, как мы и выкладывали. Контролируем этот момент обязательно. Придерживаем за изоляцию и заводим, поддавливаем, чтобы все жилы зашли за ножи. Видно ножи. И видно, когда жилы уперлись в край коннектора. Можно это проконтролировать. Визуально видно. Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. И вот здесь сейчас наглядно видно, как жилы дошли до конца, и ножи их все должны прорезать изоляцию. Прижим с этой стороны происходит, запускаю коннектор в обжимку. Здесь будет видно, как происходит прижим и прорезание жил. Вот так это все происходит. Можно второй раз, третий, ну, контрольные сделать. Прижимаем коннектор и готово. Обжатие в этот раз делал без колпачка. Можно перед тем, как обжать, запускаем колпачок. Или такой, который просто надевается на вручную на коннектор. Или же тот, который заходит и фиксируется. Перед этим просто запускаем, потом его устанавливаем. Это уже не важно. Тут нам главное само обжатие. И здесь также происходит прижим самого коннектора. Вот здесь вот обжимка прижимает. Фиксатор такой идет. Видите, вы, вот он прижал там внутри изоляцию. И сам коннектор также держится, фиксируется. У кого нет, советую вам приобрести такой вот тестер, который стоит... там несколько долларов, совсем недорого, батарейка питания у него крона. Тут же можешь проверить свою работу. При обжатии могут быть твои ошибки. Во-вторых, может быть коннектор также некачественный, бракованный. Ну и третье, может кабель где-то быть бракованный. Ты обжал два конца и пошел себе устанавливать. Надеешься, что все у тебя хорошо, все правильно. И потом возникают проблемы. Чтобы проверить правильность обжатия кабеля и исключить один из вариантов, что кабель у тебя точно готов к работе и правильно обжат, и не бракованный, беспроблемный, можно использовать вот такой тестер. Два RJ45, также RJ11 можно проверять. И включаем на тест. Быстрый тест и медленный тест. Тестируются жилы.
Видим мы, что обжатие произошло правильно, и кабель целый. Все будет работать правильно. Также ты этим тестером можешь пользоваться уже на кабеле, который где-то установлен. Разносишь концы и контролируешь процесс. Ну, тут надо будет два человека, но факт тому, что на уже установленном, проведенном кабеле также этот тестер можно использовать. Подписывайся на канал, все ссылки я оставляю в описании под видео и в закрепленном комментарии. По коннекторам, по обжимкам, по тестеру, все ссылки там же. И в Телеграме, в Телеграм-чат, заходи, общаемся, помогаю подбирать вам по видеонаблюдению оборудование и даю ссылки, ты сразу зайдешь и закажешь себе. Всем удачи, до следующих видео.